Всем привет, с вами Ольга Чернова. Вот такая у нас обстановка утром 2 мая. Минус 4 градуса. И это не какой-то временный заморозок, это вот стойко стоит температура всю ночь. Мне кажется, это самый неудачный год за последние, там, сколько, не знаю, сколько помню. Обычно бывает заморозок и быстро проходит. А тут у нас стойкий снежный покров, выпал снег. Вот видите, все тоннели завалило снегом мои. Капуста. Все в снегу. Ну, про капусту я не боюсь. Я уже говорила, что она не боится снега. А для томатов, конечно, это испытание. Минус 4 всю ночь было. И сейчас погода не опускается, несмотря на то, что солнечный день. Солнце вышло, но тепла нет. Земля замерзла. Снег лежит. Этот год, наверное, будет не очень хороший для нас, садоводов. Потому что у многих уже в теплицах, теплицы не отапливаются. Вот такая печаль. В Сибирь вернулась зима. До свидания.